сегодня очень было много брака, а девчонкам из Питера просто не было сегодня ничего терять, и они показывали свою самую лучшую игру, как они это умеют. С давних времен знаем еще с Краснодара проблемы либера Казани в первой зоне. И видели, что все основное мы сегодня подавали туда. А так, по большому счету, мы добавили тройной блок и четко стояли по местам, как было. Когда не стояли, тогда получали. А так все достаточно нормально сыграли.